имущество. Отодвинь на метр и все. Что? Отодвинь на метр. Стену отодвинуть на метр. Для твоего гаража? Да. Ты должен был крышу поставить, как у меня. Игорь, снимай все. Ты кирпич, ну, вот здесь он распилил. А ты сейчас добьешься. Ты понял или нет? Мы уже угнали. Распилил болгаркой. Давай его. Напишешь, у тебя напишу, как ты вилами что делаешь. Знаешь, что делаешь? Ну, тварь, а. Дай, иди в рабочую, позови свидетеля. Позови. Что мы его по-хорошему просто прекратить. Дай, позови. А что ему, ничего не так? Что ты делаешь, да? Ты как ты... Ты знаешь, что делает, а? Вот тварь, а. Ты крышу делаешь? Положено. Ты на нашей территории делаешь? Гадина такая, а? А ты же парень иностранцами, которые идут прописывать, которые зарегистрированы. Да проведение. Все восстановит. Восстановит, все, за свои деньги восстановит. Тварь. Еще будет восстанавливать, а тут крышу делать. А где пойдешь? А давай ему крышу тоже спилим. А чё ж ты пилишь на чужом участке-то? Давай. Остановись, тебе сказали, остановись! Кто собрался? Кто собрался? Ты собрался тут! Это ты собрался, придурок! А что? Снег и дождь будет на мой участок с моей крыши. Его крыша, а ты построил сколько? Ты построил! Ты знаешь, что нужно метр кирпичное строение от гаража, от чужого участка? Знаешь? Мой гараж законный, а ваши надо снимать. У тебя законный гараж? Ну да. Смотри, твои законные все снимут, твои законные. Кто тебе закон дал построить чужому участку? Вот, вот он перед болгаркой. Машина стоит. Машина стоит. Ну давай, полиция. Стоит машина. Давай его, может, кинем оттуда с этой крыши? Да не надо. А. Немножко дядя.